А мы сейчас чекнем Санву Конга, конечно, я им 100 лет не играл. Скин и этот первый раз, кстати, юзаю. Прикиньте, да? Выглядит он просто охрененно, особенно сердце бьющееся внутри. Скин просто божественный. Один из лучших, наверное. Че, срата катка, я смотрю. Да, конечно. Используй эмоцию. У него есть эмоция? О, да, серьезно. Охрененно выглядит. Файн. Там уже какой-то бред. Уже что-то случилось. Херня против Тюра стоит в том, что у него есть... Он может хилиться. Не, мы ее сейчас замьютим, кстати. Я единственное, рассчитываю на Баку очень-очень сильно. Что у нас есть Бака. Да блять. Такой идиот, блин, на сцеле. Подхил. Так. Брат, что-то не задамажил вовсе. Окей, F6. Все. Вот они. Вот они, придурки. Окей, F6. Я не понимаю, почему с ним такое происходит. Тут он пишет каждую игру такую, каждую игру. Он не понимает, что он идиот, блядь, берет Нижу на саппорта и говорит, что каждую игру у него какие-то там траблы. Ой. А ну вот он хилится, все. Притом, да, фит от Нижи и сразу же сообщение о том, что все, каждую игру у него дерьмо. Теперь он должен, типа, этот, мы должны засурендерить, типа. Ну бред же. Я вот чищу быстрее, чем он. А чё толку-то? Давай, дядь. Машешь мечом своим. Просто может убить сейчас. Мне бы ганг. Мне бы ганг. Я даже уйти не смогу, если захочу. Надо текать. Я, знаете, что не пойму? У Санву Конга все скины прикольные. Но почему они так уныло делают вот эти три формы? Они же могли капец их как менять, эти три формы. Они могли быть охренеть какие разнообразные каждый раз. Чувак вообще, кстати, не фармит этот. Ему вообще все равно, смотри. И он тикнул сразу с линии рофл. Не знаю. Не, брат, его нет смысла гангать. Понимаешь? Его обычно не гангают. Всяких тюров обычно не гангают.
Он мне дал спейса немножко, пол хп у него, я не знаю. Он, правда, эти пол хп сейчас восстановит за один удар по крипам. Я давно так на самоконге не играл. Нормальный ганг, да? Он дерется до последнего, потому что Аукванг еще здесь, да? Или не я? Не я выбил, придурок, он еще и попрыгал. Я так обрадовался. Не ржите тут. Как тебе Apex? Отлично. Отличная игра. Маны не хватает. Но я сейчас больше в Division играю. Давай, Хаски, давай, дядь. Если все заработало, это хорошо. Дубинку собрал. Здорово, Карамбио. Ну, типа, стараюсь не гореть, дядь. 100 лет тебя не видел. 81 человек на стриме, охренеть. Блин, где нового бога, посмотри. Пока нигде, пока нигде. Почноу так, скорее всего, покажут завтра. Нам завтра почноу туда. Слушай, Дэнь, я вообще такие игры не люблю, и из-за того, что я стримлю разные игры, у меня никогда времени не было в игры играть. И тут выходит Division, и я в него уже 40 часов наиграю, и не могу успокоиться. Игра просто огонь, я не знаю. Я фармлю там, я все время в нее играю. Я очень много играл в Fortnite всегда. И тут я просто перестаю играть в Fortnite и играю в Division. А, ты на Твиче был в прошлый стрим, я понял. А, да, 23-го автора. Ну, 23-го, значит. Сразу наехал, смотри. Окей, что еще? Так. Так. An enemy has been slain. Все, нормально. Здоровье. А ты заходила уже? Я не видел тебя. Ев, не видел, сорян. Сейчас Аукванг вылезет, чекайте. Здорово, Валик, так ты ж писал уже. Нежа просто хочет заруинить нам катку, вот серьезно. А ты получил новое? Слушай, нет. Нет, а что нужно сделать? Я вообще ачивки не сильно фармлю в смайт, мне интересно. Почему-то. А, я понял, понял. Пусть заберет тотем хоть раз в жизни.
Ого. Нормально, да? Капец, как хотел со мной подраться. А чё, он русский, что ли? Нет. А чё его чекать? Он не работает. Чё я буду чекать? Блять, брат, не прыгается, да что ж такое? Так идиот, блин. Я ж хотел его валить и на стрим вывести, этот дискорд чат. А он что-то не хочет. Че его чекать-то? Или его там нафлудили опять? Миллиард сообщений, наверное, да? Это мимасик? Блин, мимасик нужно мне кидать в этот. Мне куда-нибудь. Killing spree. Your team destroyed a left enemy tower. Не жаль его сейчас там. Слушай, ну в клане нормально все. Ну как насчет стукнуть по нему-то, алло? А, я спас бы его. Сыла. Сыла хочет, капец. Ладно. Хочет, перехочет. А, я понял, валите, я понял. Yes. Чё за сообщение? Мне так нравится, как он бьет палкой по голове. Просто 86 человек, 85. Ах ты, сука, кто-то вышел. Привет, ребят. Нормально на самом Конге играть, но он какой-то немножко скучный, что ли, я не знаю. Какой-то он... пока дефейм право. Вуконг скучный, ну да. Нет, знаешь, наверное, даже не так. Не Вуконг скучный, наверное, линия все-таки скучная. Прям максимально скучная. Хорош, он поймал кого-то. На тюре, мне кажется, поинтереснее играть все-таки. Зачем еще чат? И так много чата достаточно. Ну там часто. У меня люди сейчас пипец как сидят в дискорде нормально. Я так смотрю. Может быть, кому-то удобнее было бы просто писать что-нибудь там. Thank you.
Enemy missing right. Be careful. Weight of the word, patience. Patience. На соло на, за Йорманга, ну, мне за Йорманга, ну, Йорманга сам по себе прикольный, в принципе. Как насчет именно соло линии, ну, не знаю, конечно. Там только плохие вещи пишет. Чего, нормальные вещи мне пишет в Дискорде. Опять перемен, ну да, немножко поровней просто сделал поинтереснее. Ладно, можешь фармить, дядь. Там меме пишет весь Дискорд. Я понял. Get it, like the Ron Jobbert announcer pack. I have achieved my plan. Retreat. Okay. На ноль тонул, видели, в какую сторону? Hello? Ев, кстати, да, мне уже писали то, что есть какие-то проблемы. Но потом вроде как зашли. Okay, what else? Бля, здесь еще огни, что ли, где-то? Хорош, хорош. Хорош, хорош, хорош. Главное не очковать. Опа, Ева здесь. А где ж Еве быть? Где Ева быть? 90 человек показывает, хрень. Я могу ультануть. Так они тикнули сразу, лол. Варды мне тут наставили, смотри-ка. Хорош, хорош. Команда вывозит. Здорово, Кадилан. 50... А, подожди, я не продал. Тогда по-любому стоим. О, наконец-то не нужно щуриться. Ну нормально, так же лучше. С таким-то чатом. Не знаю, Троллингер, выиграю или нет, сейчас посмотрим. Что посмотрим? Намного лучше. Хорош, хорош. Хорош. Блин, у нас очень хорошо играет сила. Расскажи об игре, пожалуйста. Какой я, смайте? Стремлер. Так, хорош, стремлер. Лол. А эмоции-то не юзаешь, но когда я ее юзу? Когда ее юзать?
О смайте рассказать. Слушай, это моба. Моба игра. Дота подобная в плане расположения линий, если брать конкретно этот режим. Но при этом, в отличие от доты, до недавнего времени, она имеет кучу разных режимов. В доте сейчас тоже появились всякие шахматы, хуяхматы. А здесь просто разные режимы в плане 5 на 5, 3 на 3, 2 на 2 и все такое. 2 на 2 нету, кстати. Вот. Дота подобная игра. Что еще рассказать? Про богов, про существ. Прыгай, брат, прыгай. Есть три линии, пять богов, либо существ божественных. Жесть, мы его как раздобажили, я даже не думал. Рили? Да дайте мне убить его! Ну, казалки редко 2 на 2 делать, я вообще крайне редко их видел. И хотел замедлить хотя бы. Ты идешь нормально 1-0. Ну блин, это скучно. Скучно. Хочется убивать, прям расхерачивать. Топ поглощение я. А кому быть топ поглощение? То ли не же, что ли? Просто сам в доту играю, тут на твой канал наткнулся. Я понял, дядь. Слушай, ну я сам из доты ушел когда-то. Когда-то вообще она не похоже на доту, на самом деле. Но при этом игра крутая, очень крутая. То есть тебе нужно попробовать как минимум, точнее ее нужно как минимум попробовать. Что, потерял свой вард, да? Окей, ладно. Да мне, видишь, шмотки на дамаг у нас фронтлайнера нету. Нормального, как должно быть. Okay, what else? Я, грубо говоря, сейчас в роль саппорта играю. Здорово. Ломаем? Хорош. И мы оба... Ладно, и так сломали, и так сломали. Хорошо, хорошо. То есть попробовать игру в любом случае стоит. Что все-таки это моба в первую очередь. А значит, она похожа на доту. Лол. Лол, да сколько станов-то? Да лол! Убили агент какого агента? Вы там Пава убиваете под стримом, кстати? Оставляем крипа одного. Good patience. Да, у меня дамаг, конечно. Блять. Нет. Я еще и торнцы нажал. Как он? Собака. Так, ну я по-любому буду брать, наверное, физическое и магическое, если получать, ну, который заставит. Вот это, ангел. Ангел сейчас охренеть какой, а это прикольный. Жалко, нельзя купить 2 часовых варда. Да. Да.
Жалко, но было бы имбово слишком, наверное. Наверное, я думаю, что да. Я по-любому сейчас беру анкел и беру рунический щит. Потом продаю вот это и беру, наверное, и ауру себе какой-нибудь, и еще что-нибудь. Анхил всегда топ. Анхил сейчас очень сильный артефакт. Жалко, у него, конечно, отхила никакого нет, было бы прям имбово. Но тогда он был бы слишком сильный. А это моб с бафом? Это моб с бафом, лол. Он меня убил, но не забрал баф. Ропл. Так не работает. Троллингра в группе смайт. Я, когда он стримит, я делаю репосты его стримов. Посмотри. Они зря туда полезли, конечно. Хотя если Кернун уйдет, то будет нормально. Кернун не уйдет. Но он же точно не уйдет. Это, братан, не работает, вы дракончики не пробивают меня. Unfortunate, really. Get it, like the Ron Jobber announcer pack. Pay attention. Enemy god. Да, я убил, да. Помочь, помочь Силе. Да лол, да как же он живет-то, лол. Вы видели это? Да, валяйте, спасибо, дед. Хорош. Охренеть. Ну её просто распилило, лол. Блин, бачу с ультой заберет. Я не знаю, почему они отагрили. Они испугались просто одного бачуса. Только сейчас заметил кепку. Короче, я собрал кучу аур. Охренеть, просто мне сплошные ауры. Ослабляет защиту. Магическую силу ослабляет. Станет, короче, ослабляет хил. У меня все на ауры. Все на ауры. Я очень противный должен быть за месяц для них сейчас.
максимально противный. Без демеджа, но максимально противный. Чё не ультанул? А, у него нету. Да ну стукните по нему, алло. Нет, еще и поджог. Вот это и замес у нас, да? Лол. У меня очень много урона могу. У тебя вообще дамага нет. Да, я не могу быть в дамаг собранный. Алло, какой дамаг? Я единственный фронтлайнер у нас в команде. Какое название твоего клана? Арти сокращение, Арти Хаус полностью название. Типа как Арт Хаус, только Арти Хаус. Понял, такое. Шутка-минутка называется. Я не могу собраться в дэмэдж. Какой дэмэдж? Типа я должен вот так вот впитывать весь урон от них. А с учетом того, что у меня есть ульт и все остальное, я могу очень много урона впитывать так-то. Блять, нужно забирать красный. Долго я шел. Блять, они уже бьют ФГ. Они не бьют пока. Бьют ФГ, алло. Давай, брат. Нет, 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 ну куда? Ну почему? Так, так и вступай, заявку отправляй, тебя примут. Бака Феникса убил. Ну вроде тоже неплохо, ладно. А ниже репорт можно дать за несоответствие роли? Ну нет, не дают так. Чего я убил? Я одного задоджил, убил его ФГ, получается. Одного я убил и не дал им ФГ забрать, алло. Я все правильно сделал. Так, у меня 1700. 1700, грубо говоря. Мне нужно что-нибудь... Что-нибудь на физу все равно надо. Наверное, вот этот мидгарский соберу, тогда они вообще не смогут меня бить. Столько аур, столько дефа, столько всего, ну, пакостей, вообще жесть. Сколько он стоит? 2300. А у меня 1800, я помню. За маной успею. Некоторым саппортом фултов. Так в том-то и дело, видишь, я-то играю, получается, не танком, который мог бы, допустим, что-то на этот собрать. Я играю воином, то есть они не такие твердые, как танки, грубо говоря. Ай-яй-яй, ну как же ты не попал, дед? Хорош, хорош, поймал. По идее, он труп. Да. Сцилла, брат, живи.
Нормальный жад. Да я бы не сказал, знаешь, если честно. Okay. Слушай, нет. Они вроде как не раки. И Нежа у нас вроде как не силен. Сколько же я урон дал? И... Да как я не успел, алё? Чуть не помер. Лул. Хорош, хорош. Туши толстый. Я не знаю, как эта катка еще не слита. Ультимат из ради. Мне бы мой уль дождаться. Хорошо, черт. У нас все хорошо вроде бы. Ой, блядь. Дождите. Все, ГГВП. Я прям удивлен. Мы с Нежой выиграли. С Нежой и Саппортом выиграли первый раз. Такое вообще происходит у меня на канале. Рили. Really.